Всем здравствуйте. Кто это тут поет? Кто певучий пес? Пес певучий и могучий, да? Так, а сейчас я им открыла вот такие говяжьи ракушки. Упаковочка стоит 185 рублей. И здесь вот 9 вот таких вот штучек. Запах напоминает как рубец. То есть, что это такое? Какие-то говяжьи жилы, мне кажется, высушенные. И вот 9 вот таких штучек. Какие-то побольше, какие-то поменьше. Но если что, у меня кому не достанется, вот рубец кусок есть. Так что буду угощать сейчас. Так, товарищи собаки, прошу вас брать по одному, в норы не таскать. Все поштучно. Да, это к вам тоже касается. Да. Ой, а тут Фионыч. Так, началась раздача слонов. Так, кто взял? Лялюшка взяла. Беленький шпицун. Вот ты, шпицунтель. Вот ты, молодцы какие, да? Гусечка, Донечка, Вегочка. Сейчас и вам будет. Ляля, вы взяли. Так, Милусик, давай тебе побольше кусочек. Мила. Так, ты уже брал. Не обманывай. Мила, Фея. Буся, так, все взяли, да? Все взяли, Донечка. Ты по второму, уже по третьему кругу идешь. Видишь, какой хитрец. Уносят куда-то хитрецы-мудрецы. Так, ну что, все получили. Ой, феюшка, ты вот уносишь в нору, у тебя потом утащат. Я же сказала, по одной штучке всем. Всем по одной. Да, миленькие. Видишь, какие вы хитренькие. Ты куда вот утащила? Пойдем, Фионочка, найдем. А это что это? Ну-ка, нельзя ругаться. У каждого есть. Это что это такое, а? И что, драться вздумали? Нельзя. Пресекать буду. А у тебя вот кусочек. Зачем вы друг к другу лезете, а? Зачем лезете друг к другу? Бессовестные такие. Драться они удумали. Нельзя, да ведь, Милуся? Будем ругаться. Если будешь драться, я буду ругаться. Нет, у всех все есть. Вон они, посмотрите. Кто-то тут ворует, воровайством занимается. А? Ня-ня-ня, моя золотая. На, Милуся, тебе рубец еще тогда. Шаддам тоже заодно. Они потом поделят. По очереди помуслякают. Ну все, все спокойно. А тут что за звезда залезла на подушку? Звезда на подушку залезла, говорит, я буду так есть, мне так вкуснее. Ой, все деловые, да? Так, все, всех все хорошо. Так, шейх, ты что на Бусю-то? Ты вообще тут, ты такой маленький наглец, даже на Бусю рычишь. Я тебя буду ругать и лупить по вот этой шлепе. Нашлепаю по шлепе вот этой. Какой прямо, а? Боевой парень строит из себя вожака стаи. Я вообще у тебя вкусняшку заберу и сама съем. Буду ругать, целовать не буду. Ну какой? Ну вот такой тоже бывает. Фионочка, а вот у тебя. Так, я тебе сказала, буду ругать тебя. На, феюшка. Так, шейх. У тебя есть своя вкусняшка, вот. Так, а это феюшки. Все должно быть по-честному. Даже не смотри в ее сторону. Нет, сказала. Отсажу тебя в другую комнату с твоей вкусняшкой. Если будешь себя плохо вести. Буду ругаться. Ну, вот такое тоже бывает. Странно, конечно. Не проявлял он до этого таких эмоций. А тут на тебе, в себя поверил. А мы всех целуем, обнимаем. И хорошего вам настроения желаем.